Всем добрый день. Сегодня обнаружили одну вещь такую, мне подсказали, показали ее ребята с Альянса. Я аж прихренел немножко. Оказывается, в соглашении удар монарха теперь с одной звездой. И его можно ставить даже на одной звезде. А на одной звезде он, если все навыки ему открыть, выше, чем у короля Артура и у Седова. И также рассвет славы тоже с одной звездой. Вот сравните. Артур, он больше на атаку. У него есть и атака войск, атака кавалерии, атака стрелков. Но Утар на защиту хорошо. Защита пехоты 130 даже с моим уровнем, с одной звездой. Здоровье пехоты 130. Еще атаку кавалерии скоро открою. Вот атаки войск нет, вот это плохо. И у Ангуса сравните. Также защита идет по 137, здоровье войск 45. У Борса здоровье войск 38. Ну, сами знаете, я не доначу, поэтому для меня это очень хороший показатель. Я теперь так, наверное, буду ставить. Сейчас глянем, что у нас здесь. Так. Мне нужно еще 13 частиц, чтобы атаку кавалерии открыть. И на 55 уровень поднять его. А у Ангуса много нужно. У Ангуса, в принципе, есть 89, 20. 89. Да, здесь я открою. Здесь просто уровень до 55 догнать. Тут у меня будет еще атака стрелков и атака войск. Вот как раз то, что не хватает. Так что, ребята, пробуйте, тестите.